Удар по возрасту. В Нижнем Новгороде открылись уникальные курсы карате для пенсионеров. На них люди преклонного возраста смогли познакомиться с восточными единоборствами и пройти бесплатные тренировки. Толкаем. Толкаем, толкаем, толкаем. Упираемся, 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 упираемся. Все понятно, да? Итак, пары. Правильно. Китайцы, у которых не было оружия, они выработали вот эту культуру, вот это искусство в борьбе против тех, у кого это оружие было. Поэтому, что у нас случается в нашем государстве сейчас? Вот есть пенсионеры, не имели оружия, не имеем сейчас. Вот посмотрите, что делается, какое хамство развелось на улицах. Замечание, только попробуй строго посмотреть. Ты можешь получить мало того, что оскорбление, еще и будем говорить по телу, каким-нибудь кулаком. И эти люди понимают, что они абсолютно безнаказаны, поэтому очень хорошо, что эти курсы организовались, поэтому пусть попробуют на кого-то, на пенсионеров руку поднять. Может быть, так получить в ответ, что, не, так сказать, мало не покажется. К ним надо относиться очень бережно. Во-первых, первая задача – это не навредить. Чтобы это действительно было в радость, чтобы это было на хорошей такой позитивной ноте, и люди должны уйти с чувством, что они вот что-то не доделали, надо прийти еще и делать дальше, и работать все лучше, лучше, лучше. Проект направлен прежде всего на оздоровление наших уважаемых бабушек и дедушек, которых нам действительно иногда в жизни бывает очень хватает. Потому что очень часто бывает так, что мы в свое активное время жизни своих детишек оставляем именно на них. Глядя на пример, допустим, наших друзей, которые в Японии нас обучают, наши сенсеи, у них занимаются активно таким видом спорта в 60, 70, 80 лет. Естественно, у нас эта идея была давно, но такая возможность появилась только сейчас. Такой возраст, он очень хорошо мотивирован. То есть они уже конкретно понимают цели и задачи. Вот. И если у нас так все получится, то мы, наверное, сделаем, что в каждом районе города у нас будут такие секции.